овальный дом в ресторане. О! Это была пьяница. Үш минут та кеш кеш. Мен сағат мен тура шығарды. Эй, амана, сен маленький блял, сен. Ассалам алейкум. Оставь. Ага, я оставлю, где? Бегусти. Стой, дай с камеры на вон, да? Здравствуйте, как у вас дела? О, дети, да, короче, тоже, да? Вот это место лучше не попадать. Да. Условия содержания хорошие, в принципе, кроме одной, как всегда, информации никакой. И в этом отношении. Даже сегодня меня только что даже проверяли эти камеры с бюро по правам человека, с уполномоченным по правам человека проверяли наше содержание. В принципе, насчет этого никаких этого нету. Меня только одно возмутило, что со мной несколько раз пытались разговаривать неизвестные люди, так сказать, невежливые люди, которые даже не представляются, и которые просто начали спрашивать, когда вы будете еще раз выходить? Я им сказал, когда мы будем выходить, когда еще раз ракета «Протон» летит, мы будем еще раз выходить. И они ищут поиски, как именно остановить, что необходимо. Я говорю, остановите «Протоны», и тогда мы, в принципе, не будем выходить. Только одно. Вот, а так, в основном, 12 дней, время не идет, сидишь только-напросто, ешь. Кормят, да? Кормят хорошо, кормят хорошо. Здесь в данном случае расслаблялись и отдыхали. Да, отдыхали. Рахмет Сызерге, что вы пришли меня поддержать. Места всем хватит. Места всем хватит, да, короче. Сейчас, соган барай гадры, егде. Бек койныздар. Я думаю, Риша, интересно, как все работает. Спасибо! Ау!